В одном из цветочных салонов города Видное прошла встреча, организованная местным отделением Союза женщин России. Собрание под общим названием «Женский чай» проходит ежемесячно. Женщины собираются вместе, чтобы пообщаться, поддержать друг друга или принять участие в каком-нибудь тематическом мероприятии. Мысль была такая, что собрать женщин, дать им минутку покоя, минутку удовлетворения и удовлетворенности, чтобы они в творческой атмосфере, а иногда у нас приходит психолог, чтобы они вот могли поделиться какими-то своими проблемами, теми заботами, которые есть. А раз поделились, то их уже стало меньше. На этот раз на встречу были приглашены жены и дети мобилизованных граждан. Они поучаствовали в мастер-классе по составлению цветочной композиции. Накануне Дня защитника Отечества женщины решили создать особый мужской букет. Провела урок профессиональный флорист Алла Блинова. Мужская композиция от женской отличается, во-первых, цветом, тем, что это должны быть насыщенные яркие цвета, не нежные. И тем, что мужская композиция, она не круглая, а более вертикальная по форме. Собравшиеся узнали о том, как правильно сочетать цветы между собой, прослушали лекцию об основах флористики и, конечно же, попробовали своими руками сделать праздничную композицию. Несмотря на то, что у нас материал один, цветы одинаковые будут, и вы увидите, насколько разные будут у нас композиции. Присутствовавшие на мастер-классе женщины отмечают, что такие встречи позволяют отвлечься от бытовых проблем и тяжелых мыслей. Взять моего мужа, который находится в СВО, он как бы не признает букеты именно для мужчины. Всегда думает, букет должен быть для женщины. А вот сегодня узнали, что и для мужчины есть такой букет. Сделали фотографию и, естественно, в зону СВО мужу отправим букет. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.